За дружбу. Ничего, если я буду пить? С чего бы? Нет, конечно. Твой дом, твои правила. Ты же посидишь со мной? Когда я пьян, я само очарование. Угу. Увидим. Где же я его посеял? Уже луну колонизируем, лекарства от похмелья изобрести не можем. Да. Ну, по крайней мере, вчера было круто. Ага. А сегодня надо бежать. Я обещал, что отвезу Джоз к Рэнди. Ты не торопись. Можешь пока тут приходить в себя. Никто тебя не выгоняет. Передай привет Рэнди. Передам, конечно. Пока. Здравствуйте, с вами Ариф Экбал, и это новости на WNS. Присмотримся к международной арене. Тревожные вести приходят с Аляски. Агентство Incorporated Press сообщает, что урожай кукурузы упал на 80%. Наконец. Привет. Пойдем. Пора объяснить этим малолеткам, что их 5 минут славы закончены. Привет. Ну чё, какой план? Ясен хуй. Заходим в клуб, находим гримерку этих бледей, решаем вопросы, сваливаем. Все. Главное, чтобы меня не узнали. Не собираюсь делать им бесплатный пиар. Ты им и так его устроил. Их полыхающий грузовик попал во все газеты и на все каналы. Так не выебывайся, а? Лучше скажи, как мы туда зайдем. Все гениально и просто. Давай возьмем и купим билеты. Во-первых, ты че, ебанулся? Я этим сучкам не отдам ни одного своего Энни. А во-вторых, билетов-то уже нет. Ладно, придумаем что-нибудь еще. Пошли, пройдемся. Ви!
как дела? Я в порядке. О чем у тебя билеты? Что я тебе говорил? Отдам по дешевке. Всего за тройную цену. Никто тебе столько не забашляет! Никто! Подавись своими билетами. В жопу себе их засунь за такие деньги. Нет, так нет. Ты охренел. Я столько платить не буду. Окей, если хотите попасть на концерт, у вас нет выбора. Больше билетов нигде не купишь. Сбрось немного, и я подумаю. Ёб твою мать. Чумба, я бы с удовольствием, но мне же тоже нужно что-то в карман положить. Сечешь? Хочешь повеселиться? Обычное дело. Нечего.
ёбаные японские символы. Откуда я должен знать, что куда вставляется? Ну нахер. Пойду обратно к своим кабелям. Рони, наверное, пошлют в Европу. А он им сказал, что ты беременна? Да, но что это меняет-то? Мы еще кредит не отдали за его импланты. Не печалься. Мы его посадили, когда Диего был год. Смотри, без отца нормально. Слушай, извини, но Диего сейчас бегает на подушку. У нас сегодня Мигури? Или это Special Boy из благотворительного фонда? Ну, сейчас поговорим. А вы вообще кто? Я тот, кого вы обокрали. Кэрри Евродин, Кэрри Сан? Кэрри Сан! Я вам покажу благотворительный фонд. И? Сейчас вы сделаете, как он говорит, а потом забудете, что мы здесь были. А если нет, то что? А если нет, то ваша карьера завершится прямо здесь и сейчас. Все просто. Кэрри-сан, мы не понимаем. Мы же договорились. Нам сказали, что мы вам нравимся, что в вашей спальне полно... Ой, блядь, ну нет, ну все, но я не могу. Ты слышишь это? Вы, блядь, на чем сидите? А? Отсыпьте мне тоже. Так. Что там вы обговорили? Мы подписали контракт с MSM на песню Кэрри-сана «User Friendly». Это типа наш новый сингл для тура по Северной Америке. Только через мой труп? Но мы хотели вашими песнями начать новую эру в роке. Разве вам... В роке? Вы? Так, окей, вот что я вам скажу. Рок, блядь, мертв! Об этом уже много раз говорили, но вы реально это сделали! Вы убили его нахуй! Мои поздравления! Ваш менеджер позвонил нашему и сказал, что вы хотите сотрудничать. Чего, блядь? Ковачек? Он даже меня не спросил. Пиджак, блядь, обосранный. Послушайте, Кэрри-сан, мы сделали кавер, потому что любим вашу музыку. Давайте договоримся. Рок может и мертв, но Кэрри слеп, если он не видит потенциала этих девочек. Очевидно же, что виноват лейбл. Корпораты всех поимели в равной степени. Похоже, что так. Блять! Слушайте, я против вас ничего не имею. Просто меня бесит вся эта нахуй ситуация. А чего он хотел? Сам продался корпоратам, а теперь еще и бесится. Мы поговорим с лейблом, Кэрри-сан. Для начала просто выразим недовольство. Мы уберем вашу песню из сет-листа, отменим концерт и приостановим тур. Серьезно? Вы же потеряете миллионы. А они еще больше. Ну ладно. Вы хорошие девочки. А то, что я говорил, ну... Не переживайте. Даже мартышки иногда падают с деревьев. Ага. Пойдем, Ви. Кэрри-сан, а можно с вами сфотографироваться? Ну, на память. Ты похуй. Ви, щелкни нас. Давайте сделаем селфи.